Планируем до конца года сдать. Да, так точно. Даже нет сомнений никаких. Сдать дома. Жилой комплекс «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский – объект, которому приковано пристальное внимание. Окончание работ ждут и дольщики, и районные власти. Сроки сдачи объекта затягиваются, работы ведутся медленно. На встрече с участниками долевого строительства застройщик пообещал ускориться сразу после получения кредитного транша и увеличить число рабочих на площадке. Если он обещал 100 миллионов, и обещал, что пусть 100 миллионов здесь будет форсировано как бы работы, значит, вот на следующей неделе давайте опять в субботу встретимся. Еще один строительный объект на контроле – жилой комплекс «Восточная Европа». Застройщик неоднократно обещал обеспечить жильцов водой нужного качества, однако трудности с подачей воды до сих пор остаются. На данный момент на объекте ведется промывка коммуникаций. О результатах работ представители строительной компании пригласили отчитаться на строительном часе в администрации в среду. В среду на строительный час, и после строительного часа поедем проверять качество воды. Также в рамках выездного совещания глава района посетил Жигаловское кладбище. Жители обращались в администрацию с жалобами на поваленные деревья и плохое состояние подъездной дороги. Обращения подтвердились, необходимые работы будут проведены. Возьмем на особый контроль. А с дорогой что будет? Отгредируют и подсыпят. Дело в том, что эта дорога относится не к кладбищу и не к муниципалитету. Поэтому только из небюджетных источников сможем привести ее в порядок. И в завершении в Серковскую школу в образовательном учреждении должны были начаться ремонтные работы, но из-за оформления документации сроки сдвинулись. Будет проходить ремонт полностью входной группы, весь первый этаж, столовые, раздевалки, также санузел будет отремонтирован, кровля перехода, которая протекает. На какие средства будут проводиться ремонтные работы? Дополнительные средства, которые перечислены депутатам Московской областной думы. Плюс наши внутренние резервы, которые мы не в таких объемах, конечно, но тоже будем вкладывать для того, чтобы отремонтировать школу. А каков общий объем средств? Порядка 5,5 миллионов. Беру на контроль наличные, чтобы работы развернулись и в ускоренном темпе были закончены 1 сентября. Дарья Снегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».